Вот они, красавцы. Ты мой хороший. Ой, нос теплый, теплый, теплый нос. Вот теплый нос. Ай, какой теплый. Ай, ты мой хороший. Вон он нос ты мой. Вон лоси, 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 лоси. Люменька, Люмка. Вот это Люмка, Алюминька. Стая собак бродячих. Вот мне в ухо теперь дует туда, вот в ухо дует. Стая бродячих собак. Ее мать прогнала, а ей, ну, месяца, наверное, не было. В общем, они ее рвали как могли. В конечном итоге загнали в речку. Чуть не утонула. Нахлебалась воды. Двухстороннее воспаление легких. Иди, моя девочка, ко мне. Иди, моя сладкая. Иди, моя хорошая. Иди, моя умница. Ну, иди ко мне. У нее 60% тела было как бритвой порезано. Ее шили там целый день. Ну, не шили, а там что-то делали, обрабатывали. И она была покрыта вся алюминиевой. Спрей такой есть, дезинфицирующий, алюминиевый. Ну вот. Посмотрели на нее, а это такой маленький комочек. И назвали Алюминька. Потом Люма. Два раза она вообще даже не дышала. Уходила от нас. Возвращали. С ней 24 часа в сутки с ней находились люди. И вот, ну, я не считал это так со слов примерно. Порядка 150 волонтеров с ней было рядом. Сменяли друг друга. Ну, выходили. Вот ей 5-6, наверное, 6-й год, наверное. Я уж тут всех. Вероника, ей сколько Люменьки? Вот-вот 6 будет. 6 будет, да? 6, да. Ну, я говорю, 5-6. Ага. Но она себя больше к людям относит. Вот. Не очень к лосям тянется. Это мама Вероника, это вот